Привет, мои дорогие зрители! Это Аня, и сегодня я покажу вам три варианта очень простых причесок, которые можно сделать всего за несколько минут. Надеюсь, вы вспомните о них, когда перед выходом в следующий раз у вас будет всего несколько минут, но вам захочется выйти не просто с распущенными волосами. Также в этом видео я буду использовать аксессуары, которые я купила на AliExpress. Это две петли и тонкая расческа. В описании я оставлю ссылку на этот набор. Первая прическа реально займет у вас одну минутку. Сделайте глубокий пробор с левой стороны. Перенесите все волосы на правую сторону, закрывая волосами лоб. Завяжите низкий хвост любой объемной резинкой. Теперь возьмите петлю, вставьте кончик в резинку . Отделите крупную прядку от основной массы волос, оберните ею резинку. Кончик прядки пропустите в петлю и протяните петлю через резинку. Если у вас нет такой петли, то просто оберните хвост прядкой волос и закрепите невидимкой. Но мне очень нравится использовать эту петлю, это действительно удобно. Чтобы сделать прическу слегка более объемной, я вытягиваю прядки около хвоста и у корней. И все, простой и элегантный хвостик готов. Также такую накинутую на лоб челку можно украсить разными аксессуарами. Я выбрала обычные невидимки золотистого цвета, и мне нравится. Приступим ко второй прическе. Для разнообразия я делаю пробор по центру головы, но не прямой, а крупными зигзагами. Таким образом делю все волосы на две части. Беру волосы с левой стороны, закручиваю их в жгут от лица, заворачиваю в пучок гульку. И закрепляю невидимками и шпильками. С другой стороны делаю точно так же. С правой стороны мой пучок получился больше, поэтому я слегка вытягиваю прядки из левого пучка, чтобы и он был пообъемнее. Вторая прическа готова. Приступаем к третьему варианту прически на каждый день. Делаю пробор с левой стороны и приступаю к плетению французской косы сзади. Отделяю часть волос, делю ее на три пряди. Первый шаг плету обычную косу, то есть боковые пряди идут над средней. И со второго шага добавляю с каждой стороны дополнительные прядки. Прядки беру большие, чтобы в итоге у меня получилось крупное плетение. Вплетаю все волосы. И делаю низкий боковой хвост с помощью тонкой резинки. Слегка вытягиваю прядки из косы, чтобы она была посвободнее. И снова с помощью петли буду оборачивать хвост. На этот раз беру тонкую прядку, оборачиваю ею хвост. Кончик вставляю в петлю и протягиваю через резинку.
Таким образом, можно увидеть, насколько разным получается результат, используя ту же технику, но разные резинки и разной толщины прядки. Надеюсь, что вам нравится видео такого формата. Если это так, то поддержите меня пальчиком вверх, подписывайтесь на мой канал. Я буду стараться выпускать 2 видео в неделю, по понедельникам и по четвергам. Целую, ваша Аня!